Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть The Last of Us, дополнение «Оставшиеся позади». Мы находимся в приятном месте, я бы сказал. Это последний член отряда медиков, которые упали здесь на своем вертолете. И я могу отметить, что для них это все закончилось очень и очень плохо. Но мы нашли медикаменты, и теперь нам нужно добраться до Джоэля. Одна проблема. Здесь полно бандитов, которые пытаются нас найти после того, что мы там натворили. Вы тут смотрели? Как же они достали. Так, ребята, идите посмотрите, на самом деле. Здесь вас ждут. Зараженные. Я не уверен, что вам нужно ждать остальных, потому что... уважаемые зараженные, идите, пожалуйста, проверьте, что он там. Где они? Знаете, я думаю, вам даже стоит посмотреть где-то вон там. Ха-ха-ха, пошел процесс. Ломай их, чертовой матери. Ох, жесть, они одного убили. На самом деле, сейчас нужно было бы и уходить, но... Все, парень кончился. Так, я, конечно, люблю решать проблемы по мере их поступления, но... Сейчас у нас... Сейчас у нас все довольно печально. Куда же ты идешь? Зачем? Этих тварей не убить ножиком с первого раза. Стрелы тоже их не особо берут. Поэтому давайте просто постараемся не встречаться с ними. Тихо. И спокойно. Можно было бы подобрать припасы с того парня, но не уверен, что это сейчас хорошая идея. Ой, стекло, тихо. Не наступаем на битое стекло. Так, мы можем собрать... Мы можем собрать аптечку и можем собрать коктейль. Это нам сейчас пригодится. Так, хорошо. Так, ладно, где второй? Второй позади. Вроде больше никого нет. Это очень напоминает магазин, в котором я был не так давно. Прям такое чувство дежавю. И вдвойне страшно. Опять стекло, черт. Подождем остальных, говорил он. Значит, они тут близко где-то. Главное смотреть под ноги. Ну и не лажать, конечно же. Куда же ты пойдешь? Ну вот. Придется обходить. Отлично. Yeah.
Очень плохая позиция. Нам сюда. А здесь, конечно же, сейчас будут эти ребятки. Да? Так. Так, а что у нас тут? Япона, мать. Что ж мне так не везет-то? Нет, их никак не обойти. Они все внутрях. И в эту сторону, по-моему, ни один не смотрит. А нет, один смотрит. Что это? Эй, ребят, нашли что-нибудь? Да ни хрена. А с чего вы взяли, что они здесь? Мы все кругом обошли. Лошадиный след обрывается здесь. Они здесь. Может, они уже подохли? Тогда найдите их трупы. Ладно. Поганые ублюдки. Давай. Зараженные! Приятно отдохнуть. А я... А что же я? Кошка, ты очень не вовремя это делаешь. Тихо. Вау, это было очень плохо и очень глупо. Давайте, ребятка, сожрите его. Твою мать. Все довольно плохо. Довольно-таки плохо. Давай. Ушли вроде. Подкрасться не получилось, окей. Так, ну и что я хочу сказать, они примерно в нашу сторону идут, но времени у нас пока полно. Нет, собрать мы ничего не можем. Как думаете? Да перелазь ты, ну. Не хочет перелазить ни в какую. Давайте, тупые. Так, мне как-то нужно туда попасть. Ладно, все пока идет как надо. Небольшой форс-мажорчик был. Я на самом деле мог бы сейчас пробежать и просто забрать то, что... Ой, забрать, говорю. Просто забраться туда. Но не буду рисковать. Аккуратненько, не спеша.
Слушайте, а мы здесь были? Да, мы здесь были. Мы ходили вон туда. А Джоэль у нас совсем близко. Дофигища стрел. С патронами вообще проблем нет. На удивление. Они его убьют. Надо что-то делать. Срочно. Что надо делать? Убивать надо, Даша. Ой, Даша, курю. Блин, я уже все. Давай, Элли. Элли, сделай что-нибудь. Я тебе сейчас поднажму. Черт! 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 Идите в жопу. Живой, скотина. Все плохо повернулось. И это на самом деле меня печалит. Давайте, ребятушки, повоюем. В нее, да. Давайте, забудьте про Джоэля, идите ко мне. Не слыхать никого, затаились. Их слишком много, что-то прям. Тупой, что ли? Ну ладно, раз тупой, то умри. Так, надо стрел еще набрать. Потому что ребятки идут сюда. Да отойдите вы уже от двери-то. Ладно, внимание по большей части отвлекли. Так, ну где же ты, тварь? Давай по-быстрому. Они же сейчас взломают эту дверь. Вон она! Берегись! Да как так? Ну полетела же! Ну что за глюк? Ох, у меня еще, вы видели, да? У меня еще жизни отнимались во время катсцены. Ах, недолет. Я думаю, это их отвлечет, по крайней мере. Идите в жопу. Молодец, Элли. Ты один остался? Или у тебя еще подружки есть? Потому что патронов на тебя одного у меня точно хватит. Он один, и он паникует. Сейчас я буду просто его убивать. Прощай. Ну, прошло как-то так. Не могу сказать, что прям чисто, но вполне себе неплохо. С такой большой толпой по-другому, в принципе, это за такое время не получилось бы. Хорошо, вроде все мертвые.
Блин, столько мест, которые охота посмотреть. Ну, давайте просто откроем эту дверь. Держись, Джоэл. Да епо, нажимать. У двери! Чёрт. Мы её прижали! Мочи её! Уроды! Ладно, хотите драться? Подерёмся. Скотина. Что ж, хедшоты не получается. Не люблю DualShock. Третий DualShock совершенно не мое. Япона мать. Да откуда, откуда, откуда? Ладно, мать вашу. Давай, хватай или... Ну это пипец, вас не многовато ли, а? Патроны заканчиваются. Заражённые! Заражённые, да вы издеваетесь. Гореть, мать твою, за ногу. Хорошо, пришли заражённые. Что может быть лучше? Но это на самом деле очень удачно получилось, что двое загорелось. Это пипец, просто пипец. Так, еще подлечиться чуть-чуть. И пока у нас вроде затишье, зараженные-то не будут ломиться в ту дверь, я думаю. Мы сможем себе... Да блин, мы не можем, у нас алкоголя нет. Ах ты, зараза! Да твою мать, все очень плохо. Все, бежим, бежим. Они тут, бежим. Он не заметил меня, я надеюсь. Что ж ты? Это на самом деле очень серьезное дерьмо. Обрати внимание туда, пожалуйста. Давай еще. Вот. Так, зараженные бегут к нему. Бегут, твою мать. Твою-то дивизию. Так, ну что же мне с вами делать? По-быстрому давай. Ладно, так не спеша, я думаю, мы их размотаем. Или нет? Да что ж ты в голову сложен как? Ах, твою мать. Ладно, давай в тулу. Да ты посмотри. Какой же ты вертлявый, ты мне зомби из ДСЗ напоминаешь, такие же дерганые. Ох, это просто... Все или еще кто есть? Вот так вот. Если кто еще остался, не лезьте ко мне! Я вас так же ухлопаю, усекли? Да?
Или просто умничка. Так, мне почему-то кажется, что сейчас еще что-то будет. Поэтому патрончиков набрали чуть-чуть. Давайте подберем, а потом уже пойдем. Манекены. Хорошо. Так, теперь скрафтим себе. Я не знаю. Вот это вот, наверное. И все, погнали. Не умирай, Джоэл. Че ж вы сюда-то ломились? У него там окна открыты, могли с той стороны прийти. Надо подпереть дверь. Вот сюда. Элли! А как же наши рюкзаки? Да насрать на них! Теперь у нас нет оружия, все совсем плохо. Ралли, придумай что-нибудь. Давай по-быстрому. Помоги мне. Давай, 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 давай. Ох, это офигенная игра. Блин. Так, подпорку. Какую подпорку? Я спешу, как могу. Все, беги! Давай, куда? 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 Сюда. Япона, мать, давай! Элли, успеваешь? Успеваю, давай, погнали! Помогай! Ну-ка, отвали от неё! Быстро! Бегут, бегут! Выберемся по ним! Не вижу никакие леса. Но я тебе верю. И сзади тоже бегут сюда. Как все плохо. Бегом, бегом, бегом. Давай, давай. Вот чешет. Они нас догоняют. Черт, сюда. Япона, мать, давай. Помогай, ну. Там, смотри, тоже ломится. Откуда вас тут столько? Эта музыка, походу, всех вообще с округи призвала. Давай. Залезай, я помогу. О! Элли! Не бросила. Давай. Да свали ты с нее. О, жесть. Подохла вроде. Элли. Элли, рука. Нет. Нет, нет, нет. Но было понятно, что этим все закончится. Это было очевидно. Не бойся. Элли рассказывала об этом. Я это уже делала. Я в этом мастер. Типа. Так, спокойно. Тихо. Черт! Черт!
ты тут еще не все раздолбала. Что теперь делать? По-моему, вариантов два. Первый — покончить со всем этим. Быстро, без боли. Мне этот вариант не особо. Второй — бороться. Ради чего? Мы станем такими же, как эти твари. Есть 100 причин, по которым мы могли не дожить до сегодня. И еще 100, по которым мы можем не дожить до завтра. Но мы боремся за каждую секунду, что можем провести вместе. Пусть всего 2 минуты. Или 2 дня. Они бесценны. Я считаю... Давай подождем. Лучше уж будем терять остатки разума за компанию. А третий вариант? Прости. Вставай. Пойдем отсюда. Ну и, собственно, дамы и господа, на этом заканчивается дополнение Left Behind. И я могу сказать, что оно вышло офигенно. Несмотря на то, что оно, по сути, совершенно необязательно и ничего не добавляет в сюжет, оно, тем не менее, лучше раскрывает персонажей, рассказывает предысторию или как это вообще все с ней произошло. То есть довольно любопытная и очень приятная вещь. Могу сказать, что мне было просто очень приятно вернуться к этой игре. Потому что, повторюсь, Last of Us с момента прохождения стала для меня одной из самых любимых, как в плане сеттинга, так и в плане персонажей, и в плане вообще всего, собственно говоря. Хотелось бы, конечно, чтобы оно было подольше. Вообще, Naughty Dog, делайте продолжение, пожалуйста. Делайте вторую часть на PlayStation 4, это будет реально круто. Я это, наверное, даже больше жду, чем Uncharted от них, потому что я больше люблю Last of Us, это реально очень-очень круто. Вот такое вот получилось прохождение, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. У меня остался всего один вопрос. Помните, в первой серии мы ходили по зараженной территории, там были споры, и Элли не надевала противогаз, я тогда сослался на то, что, мол, Элли знает, что у нее иммунитет. Но в итоге оказалось, что она об этом узнала только под самый конец. И почему же она там так свободно ходила? Ну, это такая небольшая помарочка. В остальном все было очень круто. Спасибо, что смотрели. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.